Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Прочитал некоторые, только некоторые комментарии к вашему тексту. Вот. Ну, потому что все комментарии читать было бы долго. Очень. Вот. Значит, смотрите, как мне видится, основная проблема заключается в том, что вы разрываетесь между потребностью сохранить семью, где нужно обязательно определить, зачем это вам. И, собственно говоря, своей гордостью какой-то. Да, то есть у вас есть гордость, вы понимаете, что в общем-то, будете унижаться перед человеком, если пойдете сейчас ему навстречу. Соответственно, вам этого не хочется, и поэтому вы задали вопрос нам. Потому что формально, по факту, вы здесь во всех отношениях правы, да, потому что мужчина, он действительно поступил, ну, мягко говоря, нехорошо. Вот. И он никак не захотел объяснять свое поведение, да, то есть никак не захотел рассказывать о том, что случилось и почему так случилось. С другой стороны, вы чувствуете, что унижаетесь и не можете этого допустить. Позиция правильная, но отсюда вы как бы чувствуете себя виноватым. Мол, как это так, да? Я вот руководствуется не сохранением семьи, да, а чем-то еще. Ну, например, своими какими-то личными амбициями, да, желаниями, переживаниями и так далее. И за это вы чувствуете вину, скорее всего. И вот первое, с чем нужно разобраться, это с природой вашего чувства вины. Откуда оно? Кто его вам внушил? Или, как говорят иногда в психологии, вложил? Кто это сделал? Потому что вины вашей, именно вашей вины, да, нет, ни в чем. Вы пытаетесь просто сохранить лицо, пытаетесь сохранить семью, но настолько, насколько это, конечно, возможно для вас, вот, и так далее.
То есть вашей вины здесь ни в коем случае нет. Но вы ее ощущаете. Значит, смотрите, что происходит, да? Вы живете в гражданском браке, у вас двое детей, 9 и 1,5 года. Сразу напрашивается такой вопрос. А не подавляет ли ваше чувство вины, которое, как мы сказали, у вас уже есть, ваши собственные, так скажем, притязания, какие-то здоровые, может быть, амбиции, какие-то здоровые желания, да, на этот счет, то есть, ну, например, на счет официального брака, допустим, и так далее. Понимаете? Ибо очень сильно похоже на то, что вы со своим мужчиной находитесь в неких таких отношениях, которые во многом выгодны и приятны, удобны ему. Это и гражданский брак, это и, может быть, там что-то связанное с детьми еще, вот. Но не выгодно вам. Причем, как мне, опять же, кажется, не выгодно вам совсем. Ну, потому что, например, вот вы, находясь в гражданском браке, ни на что не имеете права. То есть у вас нет, например, своего имущества, у вас нет, например, права требовать хотя бы половину имущества, да? Вот, все, что вы можете, это в случае чего подать на алимент. Вот. Но все равно это не защищенность. И по какой-то причине вы согласились на отношения с этим человеком, да? То есть что-то вас смотивировало быть с ним, с этим человеком. Вот. И к тому же, помимо всего прочего, он еще и ждет от вас каких-то действий. То есть он ждет, что вы будете его возвращать. То есть сам мужчина даже не считает себя как-либо виноватым. Даже не виноватым, а ответственным за то, что произошло. И здесь у меня вопрос только к вам, на самом деле. Как вы себя так поставили? Как вы так себя зарекомендовали и преподнесли мужчине, что он с вами не считается? Главное, я бы даже сказал, зачем так? Для чего так вы себя ведете? Чего вы боитесь? Боитесь ли вы остаться одна? Боитесь ли вы потерять семью, потому что она имеет для вас особое значение, да? Или, может быть, что-то еще. Но в любом случае, то, как вы себя с человеком поставили, так он себя с вами и ведет. Если бы вы, например, не
наводили бы детей до тех пор, пока мужчина не предложил бы вам официально стать его женой, но это было бы куда более, скажем так, осмотрительная позиция, потому что, ну, дети в любом случае рождены не в брак. Вот. По сути, это дело делает их внебрачными детьми. Несмотря на то, что вы живете в гражданском браке. Вот. Я склонен думать, что гражданский брак – это хорошее подспорье для того, чтобы люди друг друга узнали, чтобы люди поняли, кто перед ними, да, ну, то есть смогли там пожить вместе, как-то вот попритираться друг к другу. Вот. Это, я думаю, да. Это, я думаю, безусловно. Ну, а дети, простите. Дети — это уже перебор. Так вот, и что получается, что вы, подавляя свои амбиции, наступая себе на горло, потому что я полагаю, что это далеко не первый случай, когда вы рассматриваете такую возможность наступить себе на горло, то есть действовать в ущерб себе ради, там, ну, ради семьи, ради, может быть, детей. Иногда так говорят и так думают. Вот. Получается, что вы, будучи такой, взаимодействуете с своим мужем, да, мужчиной, который вас, ну, вот, в общем-то, не очень уважает. И у меня к вам здесь только вопрос. А какой же вы тогда видите будущее с этим человеком? То есть для чего вам перед ним унижаться? Для чего вам его возвращать, если предположить, что вы будете это делать? Если он даже не извинился перед вами и, скорее всего, не признал, а просто как вы все отрицает и молчит. Вот. Ну разве это уважительное отношение к вам? Я так не думаю. А если у него нет уважительного отношения к вам, значит и доверия между вами тоже нет. И если вы его вернете, то уважение к вам больше не станет. А? Потому что мужчина поймет, что ага, я могу теперь делать это, она меня все равно вернет, все равно простит. Ну и потом, что это за позиция такая, да, значит, что мужчина ждет, что я буду его возвращать, то есть кто вообще мужчина и кто женщина в вашей паре? Это же не вы, да, попали в неловкую ситуацию. Почему вы должны его возвращать? Есть таким образом большое
сомнение у меня в том, насколько вы себя цените, насколько вы себя любите, насколько вы себя принимаете, насколько вы самостоятельны, насколько вы независимы. Вот есть у меня такие к вам вопросы, которые, по моему мнению, нужно обязательно рассмотреть. Это важно. Очень важно. Дальше идем. Так, он нахамил вам, да? Собрал рюкзак. На следующее утро телефон не взял, игнорирует, деньги не приводит. Знаю его, могу предположить, что ждет действий от меня. По возврату. Не знаю, как поступить, ждать и как долго, наступить себе на горло и идти уменьшаться. Знаете, вот я думаю, что вам стоит определить, то вообще для чего вы готовы унижаться. То есть вот, если вы сказали, что можете униться, да, если вы сказали, что можете это сделать, то о каком уважении тогда вообще можно вести речь? Знаете, если вы говорите про унижение, вот вы уже готовы унизиться, мужчина уже воспримет ваше поведение как унижение в любом случае. И все. Ни о каком взаимном уважении, уважении ко всем речи быть не может. Понимаете, в чем дело? И опять же, у меня есть такое подозрение, что вы, разговаривая с ним о доверии, говорили с ним в позиции слабого. То есть я говорю с тобой о доверии, потому что у меня больше нечего предложить и противопоставить тебе. Ну, например, так. Так что, по крайней мере, скорее всего, мужчина, он думает именно так. А нужно, чтобы, чтобы этого не было. Нужно, чтобы мужчина знал, что вы говорите с ним не с позиции слабого, а с позиции равноправного человека. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, конечно, решать вам, но идя на унижение, вы никак своей цели не добьетесь. Абсолютно. То есть в том плане, что вы не сможете рассчитывать на уважение к вам с его стороны. Вот. Далее. Он вам по факту изменил. Правильно. Он вам по факту изменил. И вы, получается, готовы его за это простить. За его измену. Так, что ли?
А если это не так, то, простите, а как тогда? Не очень понятно, как тогда? Вы же понимаете, что если вы унизитесь, то это моментально обесценит то, что вы делали, там, например, до этого. Ну, до того, как он ушел. Все эти разговоры про то, чтобы он вам показал, что он там делал на камеры наблюдения и так далее. Ведь человек фактически признался вам в измене. А вы, значит, как бы все равно рассматриваете вариант, как бы восстановить семью. И вопрос у меня к вам. Так вы определитесь уже, что для вас важнее. Семья и тогда это один момент. Ради семьи можно сделать много, но необходимо понимать, что в этом случае вы жертвуете собой, вы жертвуете даже своими детьми, ну, то есть как бы вы приносите своих детей в жертву, потому что дети будут мириться с тем, что между их родителями не все гладко, они будут это чувствовать, и, соответственно, это будет на них оказывать определенное негативное влияние. Вот. Если вы хотите семью, то для семьи нужно действительно жертвовать. То есть человек, как человек, который хочет семью, он действительно унижается. Вот. Но он, унижаясь, обрекает себя на несчастье. И только вся в том, чтобы вы для себя, именно вот для себя, постарались бы определить, что вам дорого, что вам более ценно. Или семья, или ваши собственные какие-то, ну, взгляды, ваши собственные какие-то, может быть, ценности, ваши собственные какие-то, может быть, там, устремления и так далее. Если дорого это, вот, если ваши собственные, если это дорого, то логично тогда предположить, что унижаться вы не будете, потому что это идет противоречие. Если дорога все-таки семья, тогда можно сказать так, чтобы вы забыли о том, что если есть еще ваши какие-то желания, цели и так далее. Потому что семья в данном случае, ячейка общества и мужчина вами может легко достаточно манипулировать, да, говоря, что вот переходила в семью, ну вот пошла. Другое дело, что семьи у вас нет. Вы не женаты с ним. И у меня тут к вам, конечно, вопрос. А вообще,
представление о семье у вас какое? Насколько оно соответствует реальности? Вот. То есть отношение к себе в первую очередь, отношение к семье во вторую очередь, как к социальному институту. И дальше уже отношение к вашему мужу тогда. Вот. Я думаю, именно в такой последовательности можно будет описать то, что вам нужно разобрать. В любом случае, делать так, как, ну, вы считаете, будет вредным для вас, не стоит. А потому что нет ничего хуже, чем нанесение вреда самой себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.